Blizzard анонсировали Warcraft 3 Reforged и Diablo Immortal. В случае с первым прекрасный ремастер классики, который значительно потянули, и это игра, которую ждать нужно. Чего не скажешь о следующем анонсе. Все было хорошо ровно до того момента, когда Blizzard предложила пререгистрацию, потому что именно там увидели люди два злосчастных значка – Google Play и App Store. Новый Diablo будет мобильным таймкиллером. Такие дела. С вами Чапай, и вы смотрите уже пятый выпуск новостей на канале Эму Геймер. Масахиро Сакурай объявил последних двух бойцов, которые присоединятся к ростеру Super Smash Bros. Ultimate. Ими стали Кен в виде эхо-бойца и Инсинерор, огненный покемон-рестлер из седьмого поколения. Фил Спенсер очень рассчитывал на появление Бенджо и был готов поделиться правами на использование, но нет. По крайней мере пока что. Ведь также было анонсировано, что список бойцов может пополняться уже после выхода, и на старте по предзаказу можно будет получить дополнительного персонажа. И им стало растение из Марио? Растение из Марио? Что бы это значило, интересно. Capcom в очередной раз приглашает на судебные дела всех желающих, как бы это странно ни звучало. Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy посетит все актуальные на сегодняшний день платформы уже в начале 2019 года. Даже ПК и Switch в списке есть, да-да. Компания все никак не может отпустить классические части с Game Boy Advance. Из плюсов – спрайтовая графика. Из минусов – в некоторых местах даже в трейлере она выглядит чересчур мыльноватой. Халтурите, Capcom, халтурите. А как вы относитесь к возвращению Феникса Райта? Напишите, что думаете об очередном порте игры 17-летней давности. Студия Virtus обещает поклонникам гибридной приставки от Nintendo, что и дальше будет заниматься переносом больших игр на Switch. На их счету, правда, не так много проектов. Это LA Noire и Dark Souls. Однако последний успел наделать уже много шума и показал разработчиков с лучшей стороны. Так что будем ждать. У игроков Rainbow Six Siege слегка пригорает. Причиной тому стало заявление Ubisoft о преобразовании международного клиента игры под азиатские стандарты. Это означает, что в игре люди попрощаются с различными вещами эротического характера, также не будет никаких скелетов или черепов, меньше крови, а еще убрали игровые автоматы. Да, все эти изменения исключительно визуального характера, но это все же нехило так меняет общий вид игры. Ubisoft уже успела заявить, что никакие геймплейные механики не будут затронуты, что, впрочем, не слишком успокоило поклонников. К слову, некоторые уже успели уничтожить диск для своей приставки. Если по какой-то причине у вас есть подписка на Nintendo Switch Online, у Большой N есть для вас новость. 14 ноября в приложении появятся еще три игры с NES, а именно Twin B, Mighty Bomb Jack и Metroid. Возможно, когда-нибудь Nintendo начнет предлагать действительно игры по подписке, а не три рома для эмулятора. А теперь кратко о других новостях. Death Stranding – большая и странная игра, по словам актера озвучки Троя Бейкера. До 11 ноября все подписчики Xbox Live Gold смогут бесплатно опробовать PUBG и PES 2019. Grim Fandango Remastered теперь можно пройти и на Nintendo Switch. Сразу две игры серии Тома Кленси пополнили список обратной совместимости Xbox One. Теперь на приставке от Microsoft можно поиграть в Endwear и Havoc. Также в PUBG появились скрины Харли Квинн и Джареда Лето. Ой, простите, Джокера из Отряда самоубийц. Довольно кривоватый духовный наследник Road Rash под названием Road Redemption посетил консоли, а именно PS4, Xbox One и Switch. Хадзими Табата покинул Square Enix. Большинство заявленных DLC для Final Fantasy 15 отменены. 15 ноября список инди-подделок на Nintendo Switch пополнится релизом Mother Russia Blitz. Ну и наконец напоследок, Nintendo и Blizzard анонсировали амибо-фигурку в виде лут-гоблина. Это были все интересные новости за прошедшую неделю.
Пишите в комментариях, какие у вас остались впечатления от анонсов на BlizzCon и как вам последний дуэт персонажей в Super Smash Bros. Ultimate. А также поддержите видео лайком, подпишитесь на канал и увидимся в следующем выпуске новостей. С вами был Чапаев, до скорого!